Обычно говорят, мыльной водой делают, но у нас так как зима, мыльная вода, если даже не сейчас чуть-чуть останется, она, наверное, в колесе будет замерзать. И шипы, наверное, шипы будут, наверное, в воде, и гнездо, наверное, что-то с ним будет. Поэтому мы решили, здесь у нас силиконовая смазка, антискрип называется. Ну, без разницы, любая. Вчера у нас была другая смазка, вот эта. Многоцелевая смазка. Ну, она у нас полная, поэтому сегодня будем вон. Тут у нас уже половина использована. Берем. И вот каждый этот. Каждое гнездо. Замачиваем каждое гнездо. Можно все сразу, но вот что-то. Вот вверх сейчас сделаем. Потом лучше еще убьешь сам инструмент. Снимаешь. Его лучше тоже смазать. Потому что хорошо скользит, когда он смазки. Так, берешь щип, вставляешь сюда, в гнездо как раз вот щип попадаешь, и чуть-чуть одеваешь, переключаешь, вот одел. Берешь под 90 градусов, нажимаешь до конца, начинается верхний крутить, снимаешь. Все на месте. Повторяю. Берешь щип, вставляешь в гнездо. Вот гнездо вставляешь. Это сейчас медленные. С утра только пришли. Потом до автоматизма доходит. Руки сами уже берешь. Вставляешь в гнездо. Нажимаешь. Все, начинается вверх крутить. Снимаешь. Все, на месте. Вот так, так, и все, идешь. Полностью все колесо делаешь. Все. Итого закончили мы щиповать. Вот четвертое колесо. Все, готово. Из 500 штук осталось вот остатки 45 штук. Ну, пару штук, наверное, сломалось. Пару, три, может, три штуки. Ну, факт, вот 45 в сухом остатке. И 112 штук, да, посчитал ты? Да. 112 штук уходит на одно колесо. Примерно, наверное, может 114, чуть-чуть может Артур ошибся. Ну, остаток 45 штук. Ну вот. В легкую за 4 часа 4 колеса.